Sony PlayStation 3. В комплекте один джойстик от Sony и один вот такой джойстик. Скорее всего, он применим, когда играете в игры для двоих. Но, честно говоря, не пробовали. Но он в комплекте есть, как бы вместе с ним вам и приедет. Информация о системе. Можно посмотреть здесь. Это прошитая версия Соньки. Вот, можно во что-нибудь поиграть тут. Какие-то тут игры есть. Допустим. Пожалуйста, игра запустилась. Сейчас загрузится игра. Пожалуйста, игра полностью рабочая. Карта. Кнопки также рабочие. Здесь не получится. Также в комплекте идет сетевой шнур и HDMI шнур. Внешний вид и состояние. Это торчит у него USB от Logitech. Джойстик, который идет в комплекте. Скорее всего, она разбиралась, чистилась. Ну, это нормально для такой приставки.